учетом того, то, что день рождения у него будет, и он будет за все платить, почему бы и нет. Вот. Но если пригласит Габусина... Ну, я бы не сказал, что прям за все буду платить, но, блин, за клуб, в смысле? Подожди, за все, блин, прям думаешь, что я, типа, отдых в каждом отеле буду оплачивать? Мне так день рождения 70 миллионов, блин, вышел. Ну, если он думает просто, что я буду платить за клуб, за выпивку, за диджея, за шлюх. Нет, Диман, тебе я плачу отель. Только приезжай, моя старенькая хуя. Моя старенькая пизда, приезжай, приезжай. Моя рыхленькая сучка, б***.